Президент России продолжает укреплять связи со странами, которые его принимают, несмотря на ордер МУС и западные санкции. В четверг он встретился с руководством Вьетнама. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как Венгрия сняла вето с его кандидатуры. Лидер французских ультраправых Жордан Бардела выступил против отправки войск в Украину, но заявил, что поддерживает ее право защищаться от России. Наказание будет суровым и без права апелляции. Премьер-министр Франции прокомментировал изнасилование 12-летней еврейской девочки тремя подростками. Азиатское турне Владимира Путина продолжилось в Ханое, куда он прибыл после подписания оборонного пакта с Северной Кореей. В преддверии двухдневного визита, пятого по счету с начала его президентства, глава Кремля поблагодарил Вьетнам за, цитата, «взвешенную позицию в отношении войны в Украине» в статье для официальной газеты Компартии. На переговорах с руководством республики российский президент заявил, что укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом и диалог со странами АСЕАН входит в число приоритетов РФ. Связи с Москвой важны для Ханоя по двум причинам. Россия является крупнейшим поставщиком военной техники, а российские компании помогают Вьетнаму добывать нефть и газ в Южно-Китайском море и сохранять суверенитет над рядом участков акватории, на которые претендует КНР. Представитель посольства США приезд Путина раскритиковал, заявив, цитата, что ни одна страна не должна предоставлять ему платформу для пропаганды его агрессивной войны. Лидер французского ультраправого национального объединения Жордан Бардела выступил против отправки войск в Украину. Заявление политика прозвучало во время его визита на выставку вооружений под Парижем. Бардела поддерживает право Украины защищаться от России и поставки оружия Киеву, но не ракет дальнего радиуса действий. À la différence du président de la République, à l'envoi de troupes et à l'envoi de soldats français en Ukraine, parce que je crois que d'abord une majorité de Français est opposée. À cette décision, que l'Ukraine elle-même et que le président Zelensky lui-même ne réclament pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine et que cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la paix du monde. Тем временем глава правительства Франции Габриэль Аталь прокомментировал заявление Бардела, который сказал, что откажется от премьерства, если его партия не получит в парламенте абсолютного большинства после выборов. J'ai l'honneur d'être Premier ministre depuis 5 mois, dans un moment extraordinairement difficile, avec la guerre qui est revenue en Europe, avec le défi climatique. Avec les enjeux et les bouleversements géopolitiques, l'irruption de l'intelligence artificielle, avec évidemment des difficultés importantes et avec une majorité relative. Pas une seule seconde, je me suis dit, trop compliqué, il y a une majorité relative, j'y vais pas. Ça montre pour moi une chose, c'est que le Rassemblement national, c'est un parti d'opposition, c'est pas un parti de gouvernement. Досрочные выборы были созваны в связи с решением президента Эммануэля Макрона распустить парламент после победы на европейских выборах во Франции ультраправых. То, что произошло, было абсолютно отвратительным, невыносимым, невыразимым. Так премьер-министр Франции Габриэль Аталь прокомментировал новость, которая уже несколько дней не сходит с первых полос национальных изданий. А именно изнасилование, избиение, оскорбление на антисемитской почве и угрозу убийством в отношении 12-летней еврейской девочки со стороны трех подростков. «Все мои мысли с пострадавшим ребенком, ее семьей и ее друзьями», — заявил Аталь. «Нападавшие установлены и задержаны. Могу вас заверить, что наказание будет суровым и без права апелляции». Инцидент произошел в субботу вечером в парижском предместье, близ делового квартала «Дефанс». Как сообщает полиция, трое подростков, одному из которых было 12, лет, а двум 13, силой завели свою сверстницу в пустующее помещение, где сначала оскорбляли ее, а затем стали избивать и изнасиловали. Происходящее подростки снимали на видео. По словам девочки, ее угрожали сжечь живьем, если она обратится в полицию. Инцидент шокировал французское общество за считанные дни давнее очередных парламентских выборов, на которых, как ожидается, заметно укрепит свои позиции национальное объединение Марин Ле Пен и Жордана Бардела, выступающее за резкое ужесточение миграционной политики. «Сделаем Европу снова великой» – это лозунг председательства Венгрии в Европейском Союзе. Посол этой страны в ЕС Балинт Одер пытался доказать, что это вовсе не европейский вариант лозунга бывшего американского президента Дональда Трампа, а выражение необходимости сделать Союз сильнее за счет повышения его конкурентоспособности.
В июле Венгрия получит по ротации пост страны председателя Евросовета. Постоянный представитель Будапешта в Брюсселе сообщил Евроньюс, что одним из приоритетов на следующие 6 месяцев будет расширение Евросоюза на Западные Балканы. Никаких переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС не планируется. We very much would like to continue the negotiation talks with the Western Balkan countries. This is a good opportunity now and a momentum in order to be able to speed up the enlargement process of the Western Balkan countries. They have been waiting for this long time, and I think we should try to encourage to speed up the process and organize IGCs. With the countries of the region, open clusters, close chapters, as many as possible. Что касается политики будущего председателя ЕС в отношении Украины, посол заявил, что Венгрия внимательно следит за событиями, но эта тема не будет приоритетной. Дипломат пообещал при этом, что все актуальные вопросы будут включены в повестку дня председательства по мере необходимости. Большое значение Венгрия будет отводить продовольственной безопасности Евросоюза. Хотя Будапешт выступает против многих элементов разработанного Брюсселем зеленого курса, таких как закон о восстановлении природы, Венгрия считает ключевым приоритетом устойчивое сельское хозяйство. Венгерское председательство начнется 1 июля и продлится до 31 декабря. «64 человека пропали без вести в Средиземном море. Их лодка потерпела крушение у южного побережья Италии в понедельник. Поисково-спасательная операция началась после сигнала бедствия, поступившего с французского катера. Итальянский морской спасательно-координационный центр немедленно направил к месту происшествия 2 торговых судна, проплывавших неподалеку. 11 человек были найдены и подняты на борт, но один из них вскоре скончался». По данным ООН, выжившие и пропавшие без вести прибыли из Ирана, Сирии и Ирака. В ходе другой спасательной операции были найдены более 50 человек затонувшей деревянной лодки. Всего в ней находились более 60 мигрантов. Несмотря на усилия по ограничению нелегальной миграции и высокую смертность на морских маршрутах, попытки добраться таким образом до европейских берегов продолжаются. Европейские свиньи оказались в центре торгового противостояния между Пекином и Брюсселем. Когда в Китае было возбуждено расследование по импорту свинины из ЕС, это вызвало беспокойство у фермеров, которые значительную часть своих денег зарабатывают на экспорте в Китай. Le marché chinois, il valorise des pièces comme les oreilles, les pieds et on va dire toute la tête. Ce sont des parties, bien évidemment, qu'ils apprécient. La gastronomie locale les valorise très bien, alors que nous, nous n'avons pas ces habitudes de consommation-là, et on préfère leur laisser. Ответные меры в отношении свинины не стали сюрпризом для экспертов по международной торговле. На прошлой неделе после собственного расследования Европейский Союз ввел со следующего месяца дополнительные пошлины до 38% на импорт китайских электромобилей. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек едет в Китай в связи с ростом напряженности. Ein enorm wichtiges Land für Deutschland, für Europa in jeder Beziehung. Diese Beziehungen sind in der Vergangenheit sicherlich deutlich komplexer geworden. Zu nennen sind die wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen jetzt vor allem mit den E-Auto-Zöllen noch einmal an einem Beispiel hochgekocht. Das wird sicherlich die Reise stark prägen. В прошлом году Китай импортировал свинину из ЕС на миллиарды долларов. Но теперь для европейского сельскохозяйственного сектора могут наступить нелегкие времена. В пригороде Афин между населенными пунктами Вари и Курапи возник сильный лесной пожар. Властям пришлось отдать распоряжение об эвакуации местных жителей. В борьбе со стихией были задействованы более 70 пожарных и техника. 4 самолета и 6 вертолетов сбрасывали воду на пылающие кустарники и оливковые деревья. Пожар начался в безлюдной местности. Горела сухая трава. Однако из-за ветра, порой достигавшего ураганной силы, огонь быстро распространился в разные стороны. Сообщается, что сгорели по меньшей мере 2 дома, несколько других построек, а также автомобили и яхты. В
последние дни на фоне палящих летних температур в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров. Их удалось ликвидировать до того, как они смогли нанести значительный ущерб. Несколько человек были арестованы и обвинены в неумышленном поджоге. Сейчас в Афинах температура воздуха достигает 35-37 градусов Цельсия. Такая жара будет стоять до следующей недели. Эксперты по климату указывают, что Европа является самым быстро нагревающимся континентом, где температура растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем в мире. Смертность, связанная с жарой, увеличилась за последние 20 лет примерно на 30%. Институт Кюри в Париже применяет искусственный интеллект для борьбы с раком. Его используют для диагностики так называемого рака неизвестной первичной локализации, когда метастазы уже распространились в организме так, что обычными способами невозможно определить, какой орган был поражен первым. Искусственный интеллект помогает все же найти источник и подобрать целевое, более эффективное лечение. Absolument formel sur le diagnostic de votre maladie et donc de classer cette maladie dans la famille des sarcomes, et ben ça ouvre la possibilité à des traitements que vous n'avez jamais. Алгоритм анализирует следы РНК в опухоли и сопоставляет этот профиль с конкретным органом или тканью. Создатели заявляют, что система эффективна на 79% и в дальнейшем будет только улучшаться благодаря способности к самообучению. Le transfert de ces outils extrêmement mathématiques, de ces outils informatiques, jusqu'à la prise en charge du patient. Во Франции рак неизвестного происхождения составляет до 3% онкологических заболеваний. Целевая терапия по сравнению с общей втрое повышает шансы на выживание.